Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Kinder & Company. Вот заходил в такой вот магазин, как Ашан, и увидел там вот такие вот наборчики. Они бывают, ну, по крайней мере, там были в двух цветах, вот такой вот красный набор. Это у нас Armored Heroes, то есть герои в доспехах, вот так можно перевести. То есть это красный пакетик, будет у нас еще синий пакетик. На обзорчике взял их два, сейчас мы посмотрим на красный пакетик. То есть это у нас 65 деталек, то есть это у нас лего-человечек, по идее, вот в каком-то таком мехообмундировании, да, каком-то там мехокостюме, а-ля как там было в этом, в аватаре, что-то типа того. Difficulty 2 звездочки из 5, то есть очень легкий наборчик от 6 лет. И вот, в общем-то, мы, я так понимаю, видим, это вот наша вся серия героев. Можно собрать, то есть и синий, зеленый, оранжевый, красный и черный. Это прям как типа Nexo Knights, только в увеличенном масштабе, ребятки. Ну что, отпечатаем. Так, и вот что у нас в наборе. Вот такой вот лего наборчик. Ну, естественно, эта вся штука сделана в Китае, написано. Вот у нас есть такая вот, ребятки, инструкция в 12 шагах. Вот первых 6 шагов и на обратной стороне 12. То есть у нас, в принципе, какого цвета пакетик, такого цвета и фигурка. То есть никакой загадки. Мы как это, как Bionicle покупаем именно то, что у нас изображено на коробке. Также есть у нас вот такие вот наклеечки, всего лишь 3 штуки. Это 2 на ноги и 1 на грудь. В принципе. А вот этой вот штуки вроде как белой, либо она должна быть принтом, либо ее просто нет. Вот наши детальки. Да, вот такая вот есть прикольная штука резиновая. Ух ты, классная деталька. Мне она нравится. Да, вот. Все-таки, да, есть у нас деталька с принтом. Ну, не знаю почему, я вообще люблю принты. Зачем эти наклейки, я их очень не люблю. Видно края и все дела. Почему не сделать все остальные детальки с принтами, если есть такие, непонятно. И вот даже на шлеме тоже есть принты. Голова у нашего человечка такая вот необыкновенная. Она квадратненькая, ребята, квадратненькая головушка. И, в общем-то, вот такая вот у нас, ребятки, получилась фигурка. Скажем так, сборка не совсем легкая, да, не такая 100% понятная, там есть какие-то нюансы, не со всех ракурсов понятно, куда крепить вот некоторые детали, то есть выше, ниже. Ну, немножко, в общем-то, так подумав, включив логику, ко всему можно было догадаться. Так, что я тут сразу модернизировал? Модернизировал я сразу вот эту вот штуку, вот эту вот. Вот эту, она у нас по инструкции типа вот так должна стоять, но если ее поставить ровно, то она будет как бы упираться немножко в плечо, потому что вот эту детальку сразу ставьте, желательно ставить под наклоном, и крепится она вот туда вот назад. Вот, чтобы вот этот вот прожектор вот этот, да, не упирался нам в голову нашего работника. Ну вот смотрите, такой шлем у него получился довольно классный, оригинальный. В целом конструкция тоже забавная, зачетная. В общем-то собралось все. Ну, нормально, без проблем. Детальки одеваются довольно туго, не так, как у Лего. Это все-таки у нас чистый Китай. Ну, Китай, в принципе, вполне себе неплохой. Кстати, да, набор этот стоил чуть больше доллара, то есть 36 гривен. Такой вот наборчик. Ну, в принципе, неплохо. Своих денег он стоит. Естественно, это не Лего. И там не топовые эти, не Белла, не Лили. Это чуть попроще, без опознавательных знаков, но в целом неплохо. Также у нас по инструкции вот так вот стоят руки.
Да, и нам говорят, вот прицепите, мол, вот сюда вот так вот винтовку, а потом вот, вот отсюда вот присоедините провод вот сюда. Но, как вы видите, то есть провод довольно мягкий, но все равно ему не хватает жесткости, чтобы так закрепиться. Ну и в целом, в принципе, нам так крепить это дело и не понадобится. Сейчас я вам покажу, почему. Ставим нашего человечка, то есть стоит он уверенно, никаких проблем нет. Вот такая вот у него волына получилась, у нас там она вот есть. Вот в таком вот положении, это ее, его основной, короче, вариант. Сделано довольно прикольно. Хорошо выглядит вот такая вот пушечка. Все, в принципе, без проблем. Но вот эти вот детали как-то, ну, не скреплены между собой никак. Они, то есть, могут там как-то хаотично двигаться. Но вот у нас, в принципе, по инструкции вот так вот все должно быть. Так, и вот эта вот штукенция у нас крепится куда? Тут она вообще, по-моему, снизу нарисована. Ну, в общем-то, давайте. Сейчас я прикреплю эту волыну. То есть, мы ее крепим вот так вот, и сразу же стоит повернуть весь вот этот плечевой сустав, и тогда у нас, в принципе, вот таких вот проблем не должно возникнуть. То есть мы крепим это дело вот сюда, а это вот сюда, вот, вот точка крепления, вот эта вот красная деталь, по-моему, так вот оно должно быть. Ну, собственно говоря, других мест особо здесь нет, но даже вот отсюда как-то, видите, она не шибко сильно держится, но я не скажу, что это там как-то плохо. Можно детальку вот эту немножко опустить. Да, ну, сама деталька прикольная. То есть мне нравится вот этот резиновый шланг. Ну, с одной стороны, он мягкий вот здесь, да, но эта мягкость играет плохую роль, вот когда речь идет об вот этом креплении. Вот там немножко жесткости не хватает. Ну, смотрите, какой у нас грозный-то солдат получился. Вот так вот. То есть плечо можно повернуть. Ага, вот это плечо у нас и не поворачивается особо. Оно как получилось у нас немножко утопленным. Здесь у нас вот есть тут такая вот деталечка торчащая. А вот с этой стороны нет. То есть здесь эта рука у нас зафиксирована только вверх-вниз. Интересно, так задумано или это я что-то неправильно собрал? Ну, неправильно собрать было сложно. Потому что вот здесь у нас была одна проставочная черная деталька, а с этой стороны ее нет. И запасных деталей не осталось. Вот такая вот, ребятки, у нас получилась мини-фигурка. Ну, пушка зачетная. И сам солдатик довольно оригинальный, мне такие не попадались. В общем-то, я рад, что прикупил эту игрушечку. И она мне в целом нравится. Своих денег она стоит. Конечно, чуть-чуть лучше качество, чтобы детали покрепче и полегче одевались. И было бы вообще все зашибись. Вот такое вот, ребятки, у нас получилось существо. Это у нас, наверное, какой-то огнеметчик, такой красный воин-рыцарь. Так что можете, в принципе, встретить и можете покупать. Качество вполне себе неплохое, сойдет. Конечно, не для тех, кто ценит только оригинальный Лего. Так что не забудьте подписаться на канал. У нас еще скоро появится на днях, на недельке синий, по-моему. Да, синего цвета наш робот. То есть, по идее, вот такой вот в синем шлеме. Такой вот будет у нас человек. Кстати, оранжевый мне не особо нравится. Вот так вот. Синий, кстати, мне больше на синий. Вот тот вот черный я бы тоже еще хотел получить. Так что, всем пока!